не получите, молодой человек. Я столько сил вложил в жизнь. Ты издеваешься, Пепе? Прошу, не трогай. Только не в мою смену, мразь. Я же просто старик. Я реально порезать. Да позовите. Нету? Ну, понял. Скажите, Уэйд звонил. Спасибо. Сейчас. Ну вот. Классный костюм! Захлопни, Стэнли! Ой, ёлки. О, беда. Не. Тут на ноги уже не встать. Совсем дело дрянь. О, ты прости уж. Долго я, конечно, в будке провозился. Но так-то надо было, конечно, сразу в полицию звонить. Но... теперь это уже не важно, потому что главный вопрос мы с тобой оба проморгали. С хера ли тут делает телефонная будка? Они же еще в конце 90-х вымерли. Ха, так-то я мог и с мобилы звякнуть. Ты думаешь, вишневая мороженка. Ты будешь? Можешь не отвечать. Отдыхай уже. Нет, позвонить-то я успел. Костюмеру своему Лэрду. Он обычно помогает мне с костюмом. Вот как у других так быстро выходит? Проходи тут не я, Логан, ты б, может, и выжил. Ему-то во что переодеваться? В сраную алкоголичку и джинсы? Надену-ка я маечку свою. До потика, чтоб маленько. И вперед за гул по борьбе с преступностью, С днем обнимашек с Калой. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось. Шеф, музычку? I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Nigga, I